С самого начала, вообще с первой встречи, все складывается очень как-то сказочно. Но почему-то сегодня нет. Это прям как назло. Самое первое знакомство, с учетом того, что Саша подсел ко мне в кафе и просто познакомился, а потом, как полагается, пригласил меня на свидание, и свидание за свиданием у нас закрутились отношения. Серьезные отношения, которые переросли в предложение, а теперь в свадьбу и в целую семью, а потом уже дети. Вообще полностью все это время, которое мы с тобой вместе, почему-то я стала уже обращаться к тебе, мы реально живем как в сказке. Наши отношения — это что-то, я не знаю, написанное как будто бы кем-то, как будто какой-то сценарий, какие-то идеальные отношения, кто-то их придумал, и они вот существуют у нас с тобой. Здесь есть все, и ссоры есть, и ругани есть, конечно, недопонимание, но самое классное, что мы умеем слышать друг друга, слушать, прислушиваться и учиться, что очень важно. Ты умеешь учиться у меня некоторым качествам, а я учусь у тебя. И таким образом мы становимся с каждым разом все лучше и лучше. И успешнее. И наша жизнь становится лучше. Мы с тобой шагаем в одну ногу и растем во всем. Я очень тебя люблю, я рада, что... наконец-таки этот день настал. Я не скажу, что мы очень сильно супер прям его ждали, там все 5 лет мечтали о том, что мы поженимся, это просто как-то так случилось в своем.